Гусь, что ты делаешь? Нам через час ехать на съемки клипа. Вот именно. Поэтому я вас здесь и собрал. Пора бы познакомиться с сюжетом клипа. Итак, история, достойная самого Оскара. Главный герой – ты. Ага, вот это я, да? Да, ты. В общем, не перебивай. Главный герой – ты. Простой парень с улицы. Ты, простой парень с улицы, однажды встречаешь прекрасную девушку. А это что? Извини. Встречаешь прекрасную девушку и влюбляешься. Но она не отвечает тебе взаимностью. Что и понятно, ведь ты обычный парень с улицы, а она из семьи нефтяных магнатов. Ты пытаешься добиться ее. Цветы, подарки. И у тебя это практически выходит. А это что? Ну, это типа, ты закрыл скважину нефти, она упала, в общем, не перебивай. И у тебя это практически выходит. Но не тут-то было. Та-дам! Ты отчаиваешься. Тебе становится грустно, одиноко. Но когда она попадает в беду, ты, как истинный герой, приходишь к ней на помощь. Понятное дело, что после этого она в тебя влюбляется. И вы живете долго и счастливо. Какой-то, блин, факап. Из-за какого-то гуся вылазит и бока. Пока другие там встречали воры со смехом, парень без задней мысли шел уверенно к успеху. Будет любовь, будет война, будут еще падения. Но чтобы высоко взлететь и стать для мира гением, забить на мнение и двигаться только вперед. Везет лишь тем, кто свое дело смело до конца грызет. Парень из редкой стали и кореш из свинца. Два дворовых бойца решили пойти до конца. Жизнь разбросала по дорожкам, создан новый файл. История побит, как закалялся стайл.